Есть какие-то тайны, открытые только тебе лишь. Очень важно в те тайны вовек не впустить воронье. Нарисуй мне лошадку. Не страшно, что ты не умеешь. Как вот берешь и рисуешь. Как можешь, рисуешь ее. Дочь глядит на меня, понимает, надеется, верит, что сумею, смогу. Отговорочки тут не в чести. Я вхожу в этот мир сквозь едва приоткрытые двери, потому что впускают, а значит, нельзя не войти. Говоришь, как могу, подрастает. Что станется с ней? Ей ведь трудно поверить, что папа умеет не все. Я рисую лошадку, рисую ее, как умею. А когда нарисуем, мы маме ее отнесем. Я рисую лошадку, дорогу, характер, удачу. Дочь глядит на меня, не отводит восторженных глаз. Ну вот видишь, а я рисовала немного иначе. И не детский вопрос. Почему ты не с нами сейчас? Я пытаюсь ответить и чувствую холод по коже. Первый раз я иду по такому непрочному льду. Я отвечу тебе. Обязательно. Только попозже. И опять не по-детски ответ. Хорошо. Подожду. И помчится лошадка, минуя любые напасти. Из огня унесет, не утонет в студеной воде. Я рисую для дочки, до боли сжимая фломастер. Как умею, рисую лошадку. А бантики где?